В НАУ во второй половине 2016 года появится арбитражный суд Архангельской области. Он разместится в здании Дворца правосудия. Предполагается, что постоянное судебное присутствие арбитражного суда Архангельской области в НАУ на постоянной основе будет обеспечивать один судья, сообщает портал правдасевера.ру. А Северодвинск атакуют волки. Об этом говорят ведущие СМИ города Корабелов. Дикие звери разгуливали прямо по улицам поселков и в некоторых из них загрызли местных собак. Люди вынуждены вооружаться топорами и ножами. Специалисты советуют не ходить в лес ночью и не отпускать домашних животных. Есть очевидцы на территории СНТ Пеньки и Двина. Видели стаю волков, да? На территории дачных кооперативов, как Север и Беломор, там обнаружили загрызенные собаки. То есть это вещь очень опасная. Вот я как сам председатель за 9 лет никогда в жизни не видел волков, ни следов волков, да. А в этом году волки появились. Просьба охотоведов также выезжать в кооперативы с какой-то определенной очередностью, чтобы выявлять факты и отстреливать. Потому что волки не только, я думаю, на дачных кооперативах остановятся, то есть пойдут в город все равно, если они голодные, то есть я думаю, в город они появятся. В Коряжме разыграли юбилейный Кубок дружбы по волейболу среди мужских команд. За звание чемпиона боролись 12 дружин из Архангельской и Вологодской областей и Республики Коми. Золото завоевала Архангельская каравелла, серебро заработали волейболисты команды «Стройцентр» из Северодвинска, бронза у Архангельской команды «Галактика». А сейчас я передаю слово нашему корпункту в Новодвинске. Там работает корреспондент Дарья Евграфова. Дарья, приветствую. О чем расскажете сегодня? Здравствуйте, Елена. Сегодня участковые отчитываются перед новодвинцами о проделанной работе. Воспитанники детских садов и их родители устроили конкурс снежных фигур. Но горожане продолжают обсуждать тему новой системы выборов главы города. Пора уже давать дорогу молодым. Я думаю, что ребята-депутаты, которые собрали сейчас в городском собрании, которых выбирало наше местное население, там все молодые. Я думаю, что это будет довольно-таки правильный шаг для города, потому что наконец-то что-то стало делаться, что-то стало меняться. Будут депутаты, непростой народ, да? Ну, тогда не знаю. Уж это им решать. Пусть выбирают уж кого хотят. С людьми не считаются. Ну, я считаю, что должен народ выбирать. Как бы, ну, люди считают, они свое мнение выдвигают. На выборы надо идти. Потому что мы не будем выбирать, за нас выберут. Так что наш голос должен быть. На выборы должны идти все.